Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Pet Simulator 99. И я немного залип, на самом деле, в этот режим. Вне записи дошел до, похоже, до первого ребитха. И посмотрите, у нас просто почти весь сервер в моих друзьях. Прикольно. А так, давайте-ка смотреть, я еще ни разу не делал ребитхи. Проверим, что тут будет. Телепорт. Мы, видимо, куда угодно нам захочется, мы сможем телепортироваться. Сила у наших животных увеличится на 75%. Награды. Какие-то награды. Ключ от замка. Помните, вчера мы как раз видели этот замок. Access to Trading Plaza. Ну, блин, я даже не знаю, надо или нет. Мне кто-то друзья хочет добавить. Ладно, добавим. Опа, блин, как круто. Как круто выглядит. Все. Так, ну чё. Все это у нас появилось. Все это нам выдали. Все хорошо. Ну давайте, давайте. Я все понял. Награды. Окей. И смотрите, что у меня еще вот сразу же здесь есть награда. Мы что, сколько денег получим? А, чуть-чуть. Я-то думал, что сразу же дофига получу. Ну ладно. Смотрите, я тогда сразу вторую открою. А нам даже, наверное, денег-то и на третью хватит. Вот, пишите сразу же на третью. А, у меня все мои животные остались? Я-то думал, что нет. А, да блин, вообще-то это изи. Я почему-то думал, что животные обнулятся, а у меня они почему-то остались. Не понял. Ну, прикольно. Смотрите, у нас тут трейдинг плаза. Все, у нас есть ключ. Я застрял. Но, если честно, я даже вот не очень-то хочу тут прям что-то покупать, продавать. Если тут, возможно, покрутим. О, мне что, мне еще по... Ну, мне более-менее еще повезло, да, по процентам, как я вот смотрю. А это что? А, смотрите, а у меня есть, типа, одна часть. Одна часть от вот этого ключа. Теперь зато я знаю, куда его надо отдать. Waiting. Huge Tron. Create Huge Pet. Ну, это, видимо, за донаты. Ну и ладно. Не очень-то уж и надо. Ну, прикол в том, что прикольно. В любом случае, что у нас теперь появился новый функционал. Сейчас вот будем просто сражаться. На изи все добывать, потому что мы теперь с вами богатые и крутые. Тут давайте я куплю сразу же парочку. Плюс 3 теперь с нами еще новых животных будет бегать. Я сейчас хочу проверить по звуку, чтобы все у нас было нормально. И вы смотрите, блин, мы крутые. Ну не, ну конечно, объективно, если говорить, тут почти весь сервер круче меня. Ну я чё... Мне нету так много времени, чтобы играть. Я играю в свое удовольствие, и как бы все равно все очень хорошо. Смотрите, как мы быстро все проходим. Быстро тут все открываем. И я обязательно покупаю на всякий случай здесь все бонусы. Потому что мало ли, что может что-то хорошее выпасть. И тут как раз у меня задание: соберите 6 зелий. То есть 4 из них мы с вами вот только что купили без каких-либо проблем. Надо сломать 3 кометы, использовать... 2 зелья, 6 зелий второго тира. Кстати, давайте как раз сейчас сделаем, потому что у меня тут что-то они все закончились. Вот на урон, на деньги. Да вообще все, кстати, заюзаем. Ну, кроме этого, ходьбы. Пока что нам как-то не сильно надо. Ну, если вот каких у нас тут много. Давайте я вот так вот сразу же сделаю, чтобы выполнили мы задание и могли отправляться дальше. Я надеюсь, что вот эти вот звуки наших уничтожений не так громкие. Вот это, кстати, я только сегодня осознал, для чего нужна эта покупка. И она очень полезна, потому что это мы сразу же сможем, например, крутить 6 яиц, у меня вот прокачано, на спавне. Я-то думал, что это за фигня, а оказывается очень даже полезная. Так, сюда. Крутим, открываем. Нам надо сломать 50 алмазов, алмазных руд, жил всяких. О, рядом со мной крутые люди бегают. Мне это не очень нравится, на самом деле. Мне хочется самому бегать, потому что из того, что они здесь находятся, я еще сильнее, чем надо, как вот говорится. Так, пока что мне нет смысла, как я понимаю, кого-то нового крутить, потому что мои животные очень даже сильны. У них вот, видите, получается по 2000 урона, и я только, как бы, тоже час назад узнал, как делать золотых. Именно вот здесь надо их создавать, и это очень даже несложно, оказывается. Вы, ребята, рассказывайте, как у вас дела в этом режиме, как у вас там прогресс. Надеюсь, что у вас все хорошо и вам тоже нравится в это играть. И я очень надеюсь, что по звуку все нормально, если честно.
Проверил, короче, запись, все нормально, это меня радует, то есть по звуку в игре, то есть нет никаких проблем, нам ничего не мешает. Смотрите, как же мы сейчас далеко и быстро очень начали проходить. Вот это я понимаю. Upgrade Potion, то есть это нам тоже пока что не надо. Что у нас тут? Книжки, нам надо 5 ранг, чтобы следующий открыть. А у нас, кстати, по-моему, мы приближаемся к 5 рангу постепенно. Да, у нас тут 4 остается. И, кстати, смотрите, мы получим скоро наш первый ключ. А это хорошо, это реально хорошо звучит. Так, отправляемся дальше. Опа, опа. Фрукты, фрукты тоже покупаем, фрукты мы любим. Мне тут больше всего бесит задание, ну как не больше всего, а просто раздражает задание, где съешь 5 фруктов. Ты его только выполняешь, там съешь 8 фруктов. Да вы издеваетесь, я только съел, я только все съел. И уничтожить 3 кометы целых, это на самом деле ведь много. Даже у меня есть всего 2 кометы, а тут сразу же надо 3. Ну поэтому будем смотреть, может кому-то другому достанутся эти кометы. Так, идем дальше. Как же мы теперь начали быстро зарабатывать? Вот это прям не нравится. Это прям хорошо. И как тут телепорт теперь? О, нифига. Ой, тут показывается, кто из моих друзей докуда дошел, да, как я понимаю? Ну, это прикольно. Это интересно сделано. Так гораздо удобнее телепортироваться. О, сундук, сундук. Сюда. То есть хорошо мы заработали. Дальше отправляемся. Тут уже надо 1000 целую. Но нам до 1000 совсем чуть осталось. Upgrade Enchant нам пока что это не надо. И отправляемся уже дальше. Через 11 мы получим бесплатные поушены. Единственное, знаете, что мне вот интересно? Ну вот сейчас вот мы как это? Вот дойдем опять до ребитха. Стоит ли нам снова делать ребитх? Или в следующий раз он будет на более дальней позиции? Даже вот не знаю, если честно, как это вот работает. Да, Александр, привет, привет. Так, 2,5 тут нам надо, все. Купили, уходим, уходим. Тупо экспресс. Смотрите, у нас тут есть джангл лобби, давайте зайдем. У нас он откатился, почему бы нет, попробуем. Я же на видео с вами в нем не проходил. А, блин, я вспомнил этот режим, какой же он дурацкий. Вот, коротко о моем навыке. Блин, у меня на самом деле лучше получалось. А почему... Почему так далеко, такое далекое расстояние? У меня, по-моему, не было такого. Так, сюда. Вот, давайте приблизим. Вот, с приближением получше. Сейчас камень упадет, и мы побежим. Давай, камень, 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 камень. Опа. Опа, сюда, 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 сюда. Теперь надо вот здесь прятаться. И сразу же бежим дальше. Потом я, короче, еще вот здесь вот спрятался, меня не ушатало. Опа, как же удачно, как же хорошо. Теперь вот здесь надо встать. Так, и бежим, 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 бежим. И теперь до Талова, до Талова, до Талова, до Талова. Опа, смогли. Так, тут звука нету никакого в игре почему-то, я даже не знаю. Здесь вот самый легкий, как по мне, здесь надо просто выжидать и не сильно... торопиться. Вы этого не видели. Так, ну эта попытка оказалась получше. Мне получилось пройти. Блин, если бы я бы не стоял на месте, я бы свой рекорд бы побил. Но окей, ладно, ничего страшного. Идем дальше. Пипец, блин. Как вот так вот слиться. Все, теперь продолжаем. Нам надо как раз, кстати, коллекционировать 6 зелий. И мы здесь получили зельку, и она зачиталась. Монет, так, все, немного сейчас дальше убираю. Отодвигаю наш ракурс, чтобы было поудобнее. Так, и продолжаем. Открываем дальше. Все, давай, давай, экспресс, экспресс. Так, вот здесь рандом items на покупку. Но тут нам не очень тут все надо, конечно. Экстрим монет мы обязательно все собираем. Следующее нам надо 10к, но у нас уже 7, кстати, мы очень быстро что-то как-то развиваемся. Опа, что это такое? Это кто это? Я точно так пробил? Это я настолько сильный? Ну просто как будто бы я бы не смог так хорошо справляться. Задание выполнили, смотрите. Круто, комплект за классик обе. А классик обе это ведь в самом начале, да, по-моему? Ну окей.
Где он тут у нас? Осень. По-моему, там. Не. Во, классик обе. Сейчас будем опять паркурить, но мы, короче, пойдем на легкую. Я не пойду на сложную, я не хочу. Потому что я сегодня уже попробовал один раз на сложную, что-то мне не очень понравилось. Хотя, я, кстати, правда прошел на сложную. Отвечаю вам, я очень старался. У меня получилось. Но здесь все-таки хочется... Так, на лайте. Все-таки классик. Опа, опа. Сюда, сюда. Вот это экспресс лютый. Я сейчас вспоминаю, как я вчера тут тупил. Потому что я так боялся вот здесь вот проходить. Оказывается, ничего страшного. Все. Рекорд получили. Алмазы. 250 алмазов. Кстати, вообще классно. Вообще очень хорошо. Так, дальше. Телепорт. Сюда. Как же хорошо летим-то. А я точно... Подождите. А я же дальше был. А, тут вот так. Тут она змейка идет. Я-то думал, в чем прикол. Оказывается, вот в чем. Теперь нам надо 30к. У нас уже есть... 25. Здесь я, кстати, отдал на задание своих пэтов. Не знаю, как тут зависит от того, сильных ли я отдаю или нет. Но я отдал самых таких простых. Я не знал, что там. Что и для чего. И вот здесь вот, похоже, ну, мне интересно узнать. У нас, наверное, бочка эта, банка залагала. Потому что сколько я тут уже не стоял, все было 500, так и, ну, и так и остается 72. Поэтому... Непонятно. У нас есть гигантский динамит. Есть гигантская эта банка. Прикольно. Идем дальше. Мы уже ведь приближаемся к нашему ребитху, кстати. Что вообще круто. Классно, мне нравится. Ну, прям залипательный такой режим. Правда, ребитхи каждый раз постоянно делать я бы, наверное, бы не смог. Если бы там не было какой-то автоматической такой регалии. Или же, может быть, там прям, знаете, супер эффективно будет, тогда, наверное, стоит это делать. Потому что сейчас наши животные стали на 75% сильнее. Это очень много, это почти в два раза. С учетом того, что, ну, мы толком ничего не потеряли. Потому что, смотрите, мы опять дошли до этого момента. И вообще легко, и вообще нормально. Так, 150 надо? Ну, уже 300... Ой, 300, блин. Ну, 250. Так что, приближаемся. Опа, сундук. Сейчас за него, сейчас, наверное, очень много должны получить. Что, мы за один клик, что ли, 500 урона наносим? 500 тысяч? Ба. Так, все, бежим дальше. Не. А, я-то думал, что уже здесь будет у нас. Слушайте, ребитх. А ребитх, наверное, следующий. Окей. 750 быстро получим. И мне вот интересно, смотрите, вот этот вот луч в небо, это тоже баг, что ли, какой-то? Потому что я не понимаю, для чего он нужен. Что он дает? О, экстримонет. Вот это нам точно надо. Это надо собрать, короче, 6 зелий. Так, зачем? Зачем? Ой, открывал тут всего. Собираем все. Какие у нас животные-то классные. Их еще так дофига, реально. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 16, 17 животных. Сражаются ради нас. Топят за монетки. Можно было бы в жизни так? Я вообще... У меня бы столько животных было бы. Ну не, ну на самом деле... Если брать животных, это надо ответственность прям полную. То есть не ради своей личной выгоды, а лишь потому что, ну правда, очень хочешь. А здесь как-то, смотрите, здесь как будто алмазов больше спавнится, чем в других местах. Я вот как-то вот заметил. Ну, по крайней мере, может быть, нам вот так вот повезло. Ну, такая жила прям алмазная. Надо будет, кстати, запомнить это. Опять алмазы, смотрите. Мы тут прям дофига их заработали. Я запомнил. Так, возражение 1, да? Значит, второй раз мы не можем тут делать? Да, то есть, смотрите, дальше, чтобы возражаться, нам надо дальше уходить. Все, понял. Тогда прикольно. Тогда не зря мы точно сделали. А то, если бы я постарался... Без них бы проходить, наверное, было бы очень сложно. Стартинг в шахте, нам надо в шахту. Вот это? Сейчас посмотрим. Ура, комета! О, не засчитали, фух, я так испугался. Вы понимаете, как я вовремя? Очень вовремя, просто надо добить 3 кометы.
чтобы все было хорошо, выполнить задание, поэтому сейчас мы отправляемся вот сюда, в нашей последней локации, а у нас последняя локация это вот это, окей, и здесь сейчас я еще комету, наверное, завязаю, а, нет, это не последняя, вот это вот последняя, все, теперь точно она, так, и тут давайте, что мы с вами сделаем, комету призываем, она же так должна упасть, да? Сначала вот эти алмазы срубим. 50 миллионов урона, хп у нее точнее. Не так много должны мы уничтожить, хотя что-то, блин. Хотя не так быстро. Поэтому... Там мне помог кто-то или что? Я просто не понял, она мгновенно потом разбилась. Так, тут алмазы получаем. 5 тысяч мы уже заработали. Это очень круто. Так, тут еще... X3 нам вообще позарез точно надо. И давайте я тогда еще одну комету вызову, чтобы мы сразу же выполнили задание, потому что надо. Блунариус за нами следит, может быть это он кометы избивает, а? Да бибец, да это он кликнул, да 100%. Отсуживают. О, еще ключ. А, это еще есть тот ключ, кстати, да. Так, собрали ключ, значит потом мы отправимся туда обязательно. Крутить, будем смотреть. О, и тут, смотрите, у нас есть бочка. Как раз будем человеку помогать. А чтобы вот их побыстрее открывать, надо ведь, по-моему, мелкие, да, добывать. Я уже дошел до той локации, где я и был. То есть мы очень быстро. За сколько мы времени? За 7 минут. А, не, я же там еще сливался. Окей, ну за минут 15, короче, мы опять дошли до того же результата. Поэтому очень даже неплохо, я бы так бы сказал. То есть в этом плане, без каких-либо проблем. Мы тут еще можем что-то использовать, потому что что нам тут? Мы с вами люди гордые. Так вот, взорвем тут динамита немного. Например, чтобы денег было побольше, чтобы быстрее бочку заполнить. Я бы хотел получить с нее награды, потому что они нам тоже ведь должны дать. Мы обязательно крутим, обязательно ждем. Мне вот интересно узнать. О, X10, кайф. Это сколько? Это дофига. И вот тут вот есть же телепорты. А, мне было бы интересно узнать... А, тут не пишется. Я хотел посмотреть, когда, типа, следующий ребиток будет, на какой. Тут нету такого. Ну, ладно. Так, большую часть мы уже заполнили. У нас уже почти 300 из 500. Так что нормально идем. И как раз потом, когда добьем, нам хватит, чтобы новую локацию открыть. И, наверное, побежим наш ключ использовать, потому что мне очень интересно было бы увидеть, что нам могут за это дать. Я даже не проверял ведь сам. О, еще и дали зельку. Ну, за это вообще спасибо отдельное. Очень полезно для нас. Я почему только я один теперь бью? Вот когда вот мне не надо, мне вот помогают. А сейчас вот я человеку помогаю. И он куда-то ушел, видимо. А мне так хотелось помочь. Ну как? Типа еще в укор тому, что я сам награду это получу. Тоже не просто так. Да и для меня будет выгодно, и для него. То есть все будут в плюсе. О, и тут у меня еще задание получить 6, ну 7 книг, остается уже 6. Потому что мы вот одну получили. Это круто. Я стараюсь сейчас маленькие бить. Вот это скин. Офигеть, палочка такая. Бегает. Кайф. Мне нравится. А нам... Мы, кстати, до сих пор не сломали 50 жил алмазных. Вот здесь, кстати, их прямо очень мало. Если так вот подумать, если так вот посмотреть. Алмазы могут падать, видимо, из денежных. Но они тут совсем по чуть-чуть падают. И они не считаются как алмазные. А тем временем у нас уже 430 тут добыто. Поэтому сейчас будем тащить. Сейчас будем прям добивать все. О! Люди помогают. Спасибо. А, я свою мышку потерял. Курсор. О, все, добыли. Че тут? Ну ладно, не скажешь, что что-то дофига, но типа нормально. Открываем новую локацию. А здесь был, да, наверное? Фишинг, рыбалка. Не, наверное, не был. Потому что я чуть не помню. Так, давайте забежим, посмотрим. Шанс на огромного посейдонского корги. Блин, это что, рыбачить буду, что ли? Я просто... О, тут уже кто-то. Фишинг мерчанс.
А, это что, это отдельный режим такой здесь какой-то? Так. Опа. И чё? Это он? Как это делается? Как это делается? А, это вот так вот? Понял. То есть надо вот так вот жать, давить. Опять сложно. Так, давайте. Ну, пипец. Это будет долго. Но это, видимо, надо зависать прям... Прям да. Подольше как можно больше. Это уже... Так, чил какой-то. Так, что, там есть, да? Ага. А сразу же у нас был процент большой, вы видели? То есть... А здесь, видимо, нам говно какое-то будет. Потому что, смотрите, мы прям что-то очень легко это получили. Да, косточка. Так, смотрите, что мы тут можем получить. Ну, рыбачить я здесь пока что не очень сильно собираюсь. 14 из 15, из 50. Я хоть не сильно стараюсь все собрать. Но постепенно что-то есть. Ага, вот у нас тут удочек сколько. Ну все, посмотрели. Поэтому пойдемте дальше. Что это? Почему тут пусто? О, экстрим. И теперь... Отправляемся в телепорт куда-нибудь вот сюда. Потому что у нас вот здесь где-то замок будет. Ну ладно, чуть-чуть ошибся. Тоже был рядом. По деньгам, пошли, пошли. Тут все проверим, пособираем. И сейчас будем ключ крутить. Мне правда очень интересно, что у нас тут будет. О, нифига кот. Кристалл чест. Ну это алмаз. Ага. Ну я бы не сказал, что тут прям что-то крутое на самом деле. А, ладно, смотрите, сколько всего дали. Да, неплохо. То есть, еще вот это, да, можешь попасться? А, или это теперь... А, о, нифига тут. Ну ладно, что-то не совсем не повезло. Так, у нас человек скрин хочет. Давай, давай скрин. Я пока тут посмотрю, что у нас тут есть. Охотник за сокровищами. Наверное, вот... Вместо него возьмем. Но в любом случае уже скоро будет новый ранг. Ну что, я надеюсь, он сделал скрин. О, сделал. Все хорошо. Редем, давайте использовать. Что, наверное, кристаллов должен насобирать. Блин, я, конечно, классное место выбрал для всего этого. 6000. О, сейчас еще получим. Блин. Сюда. И здесь я бы вкачал хотя бы еще одного животного, который будет с нами бегать. Потом здесь мы поушены сейчас купим. Потому что нам надо выполнять задание. Мы хотим прокачиваться, мы хотим развиваться. Эк-машин, ладно, пока не надо. Вот энчант надо. Атлантис мини-гейм. Блин, а я проходил, кстати. Я не знаю, от КДшилась ли она или нет. Если да, то мы сейчас опять пойдем. О! Имба. Так, что у нас тут в наградах? А, пока что ничего не можем забрать. Фрукты. Фрукты тоже покупаем. Теперь нам надо еще в нашу последнюю локацию идти. Что-то у нас добыло. Атлантис, Атлантис, я не помню. Во. Все, подбираем. Тут надо постоянно вот так вот бегать, чтобы смотреть, что у нас тут есть, а что у нас тут нет. Это так стоит на месте, окей. Вот она, наша Атлантида. Как раз на видео мы еще не проходили. Тут нам надо за кольцами гоняться. Вообще тоже такая залипательная мини-игра. Тут прикольно сделано. Мне на самом деле этот режим сразу видно, что гораздо продуманнее, чем первый пэт-симулятор. Ну не первый, а предыдущий, по крайней мере. Я не знаю, сколько их тут было в этой игре. В Роблоксе. Но уже как-то вот прикольно все это выглядит. Да, очень здорово. Косил. Но мне кажется, как будто, знаете, за один день они уже весь режим свой купили. Вообще вот прикольно, знаете, когда-нибудь попробовать поделать всякие вот эти вот режимы для Роблокса. Я знаю, мне многие в комментариях писали о том, что они учились, ну или учатся до сих пор всему этому. Это на самом деле очень похвально, я прям хвалю вас за это. Это очень круто. Так...
Где у нас тут Jungle Obby? Это ж вот мы его проходили. О, тут совсем чуть, полминуты. Давайте полминуты здесь подождем. И это ведь то место, где тут алмазов, да, можно дофига получить? По-моему, это именно оно. Вот мы уже тут одну жилу нашли, уже вторую жилу нашли. Еще третью. Ух, слушайте. Вообще, место-то реально алмазное. Поэтому, мне кажется, для добычи алмазов именно вот здесь вот надо стоять. Я просто постоял, уже 250 получил. А если флаг поставить еще алмазный, то вообще пойдут деньги. Невероятные. А мы ведь просто ради того, чтобы полминуты подождать. Что я понимаю. Сюда, сюда. 40, остается всего 10. Мы тоже хаваем. И вот и мне теперь вот даже интересно, подождать ли нам, чтобы вот добить все эти вот 10. О, кто-то взорвал. Или же пойти дальше. Ну, это как будто бы недолго, да, остается. У нас уже 7 всего. Поэтому можем, наверное, подождать. Почему бы нет? Тем более, мы тут довольно быстро уничтожаем, потому что мы сильные. Мы очень сильные. Вот эти 10 миллионов, чего нам тут? А тут еще бонус X3, слушайте, вообще зарабатываем люто. Будто надо было реально нам ставить этот флаг. Ну прикольно, прикольно идем. Так, давайте, ладно, быстренько тут заберу. О, еще флаг легендарный получили, или какой это у нас тут. Раз протестим. По книгам, что у нас тут? Сильные животные, Treasure Hunter, Diamonds, Lucky X. Прикоснись к... Что это? А, это у нас наши удары усиливают, насколько я понимаю. Фортуна, флаг. Просто удача всякая. О, у нас тем временем, кстати, смотрите, уже 47. Опа. 48, то есть уже стоит всего 2. Два каких-нибудь ящика уничтожить. О, последний. Давайте еще. Добить. Во. Все, ура, еще одно здание мы с вами выполнили. Я вас поздравляю. Алмазы, я не могу мимо них так проходить. Как-то вы знаете... Unlock, открыть одну территорию, окей. То есть, если помню, я в прошлом пэт-симуляторе, там типа, ну и ладно, алмазы, у них там уже миллионы, и девать их некуда, и типа, и как-то и все равно. А здесь ты так, надо, мне очень надо все, и побольше. Так, вот новую территорию открываем. Здание еще одно выполняем, книгу получаем, и нам совсем чуть остается. А, Fuse Pets, Combine Pets Together. Блин. Тут шанс-то маленький, да, наверное? А, я могу многое дать. А давайте отдам, слушайте. Давайте проверим. Что у нас получится? Да фигня какая-то. Блин, вообще фигня лютая. Что ж такое-то? А если вот так вот, смотрите, и вот тебя, и вот тебя. Мы все равно пойдем, наверное, закупаться. 2800... Ну, 2,80, но он радужный. А что значит радужный вот этот вот? Радуга, 37к exist, 21к exist. Вот это вот что еще означает, мне интересно. Блин, фигня. Что, урон за наши клики сейчас увеличится? Это полезно. Это реально полезно, сейчас тут вот добью. Какой-то этот фьюз меня немного разочаровал, если честно. Вроде бы что-то должно быть полезное. А пока что ничего хорошего. Так, сюда. А, добили. Ну ладно. О-о-о, все. Человек мне тут, видимо, помогает очень жестко добывать. Ну и все, и ушел. Эх, ну и не надо. Ну и ладно, пойду-ка я тогда на спавн. Такой утратой. И буду крутить. О, офигеть. Вы посмотрите, как это круто выглядит. Все мы можем открыть, но мы доходим до сюда. Потому что нам надо именно это. 6 яиц. Окей, жираф и зебра. А что нам надо? Ну, нам надо, наверное, гиена, или как она называется. Или же что-нибудь пореже еще. Африканская дикая собака. Это так называется, видимо. Зебра. Окей. Деньги закончились. Я тут думаю, что такое. Блин, а они не сказать, что прям уж супер сильные, но мы их сейчас сходим, сделаем золотыми. И, наверное, будет лучше. Опа, сюда.
Улетаем, улетаем. Так. И давайте-ка делать их золотыми. Тут всего одна будет. Ну давайте вот так вот. Чтобы лишние мы не тратили. А вот это вот нафига. Ну ладно. С 2600. Но мы в любом случае с вами усилились. Стали покруче. Телепортируемся в последнюю нашу территорию. И давайте все дальше тут лутать. Теперь мы стали ведь с вами посильнее. Ну что-то не сказать. Что-то уж не сказать прям сильно, что посильнее. Но мы можем тут что-нибудь заюзать. Мне кажется, это нам бы правда пригодилось. Да мы можем хоть так сделать. Коинс флаг давайте. Давайте тут все это вот. На. Немного взорвем. Так думаю, мы немного фруктов можем поесть, потому что у нас их очень много накопилось. Ну прям реально дофига. Вот на имтак. Ладно, на имтак нам тоже не нужен. Это чтобы назвать как-то своего животного. Это как бы. Не сказать, что прям очень надо. Давайте еще раз взорвем. Да. И все. Теперь пока так сражаемся. Денег мы с вами опять кучу заработали, поэтому. Можно хоть заново идти и открывать яйца. Так. Экстрим монеты. Это хорошо. Тут целых 20, чтобы открыть следующую территорию. Джангл Обби. Я что-то не могу найти это Джангл Обби. Оно же где-то тут вот было. Правда, конечно, знаете, сейчас будет по-дурацки, если мы вот активировали вот этот флаг с деньгами и свалим. Казалось бы, наверное, надо подождать. Но даже не знаю. Проверим. Но в любом случае, эту банку мы точно будем заканчивать. Как бы 150 уже есть. Правда, мы там и с динамитом, использованием еще всяким делали. Ну, вот, посмотрим. В любом случае, нам надо, кстати, 250 последней территории разломать всего. Я стараюсь именно на монетках фокусироваться, потому что у них меньше этого ХП. Быстрее сносится. Поэтому быстрее можно задание выполнить. Так что это вообще это удобно, мне кажется. Многие так делают, что не мои приколы, а именно все мыслят одинаково в данном случае. Так, ладно, я не это хотел, но окей. Зато мы почти уже 20 монет накопили, но я бы, наверное, их сначала хотел потратить на прокачку, ну, точнее, на вылупление яиц дополнительных. Потом уже будем что-нибудь новое выбивать. Так, а тем временем у нас еще от флага 3 минуты. 3 минуты нормально. Новую территорию при этом мы можем открыть. Но, если честно, пока не надо. Пока не надо, так как мы еще не добили бочку. У нас есть флаг. Поэтому так и остаемся. Просто сражаемся с монетами. Алмазы тоже стараемся добывать. И я потом бы... Не, ладно, пока что алмазы не буду тратить. Вдруг у нас будет какой-то полезный скилл, когда мы откроем новую территорию за эти же алмазы. Потому что там урон увеличится. Это для нас очень важно, на самом деле. Это было бы очень хорошо. А пока вот так вот постепенненько идем. Мне, конечно, знаете, ребята часто совет, ну, предлагают скинуть пэтов, чтобы помочь, чтобы усилить. Но у меня трейды отключены. Я хочу сам поиграть. Мне кажется, так вот поинтереснее и вам будет. Может быть, более-менее интересно смотреть, как я именно с нуля чего-то достигаю. Ну, надеюсь. Я, лично я, правда, надеюсь, что вам это хоть как-то будет интересно. Так, мы только сломали, блин, 144 из 250 всяких этих преград, всяких монеток. Поэтому, видимо, нам тут еще долго предстоит играть. Ну, либо же все взрывать. Ну, этим я не знаю. Ладно, можем пока что взорвать. Динамит ведь нам постоянно дают. Или же нет? Я очень сильно надеюсь, что постоянно. О, сундук. Блин, ну это все, это будет надолго. 110 миллионов хп. Это дофига, это реально дофига, потому что мы сейчас только 10 миллионов мы снесли. А у флага еще есть 1 минута 15 секунд. Интересно, мы под флагом успеем добить? Если мы успеем под флагом добить этот сундук, это же будет очень круто, на самом деле. Это нам очень сильно поможет. В случае чего, я заюзаю еще один динамит. Чтобы мы вот так вот добили, чтобы все успели. Хотя пока что, по-моему, мы более-менее успеваем. Но это не точно.
Хотя, ладно, я уже немного сомневаюсь. Я просто не понимаю, в каком мы темпе идем. Но в любом случае, мы ему уже снесли 50 миллионов. Это очень круто. Блин, человек ко мне приближается. Нет, это мой сундук, это мой сундук. Нет. Взрываем. А, все равно не хватает. Дай добить, дай добить. Сам хочу, я сам хочу. Ладно, похоже, он добил. Ладно, главное, под флагом мы успели. Нам дали награды, нам дали тут алмазы. Как же он удивляется. Чему? Чему? О, да и тут сразу же. И тут сразу же, вообще имба. Мишка Фредди, да, привет тебе, привет. Так, у нас 200, уже 12 из 250, то есть идем довольно быстро, так как нам тут еще пришел один человек. Мы, кстати, быстро закончим, поэтому я даже рад, что он пришел. Смотрите, как у нас тут все уничтожается. Зельки есть, книжки пока нету. Сейчас еще денег, у нас 78 этих, офигеть, платиновых монеток. Да я понимаю сильно. Во, нам остается всего одна добить. Круто, задание выполнили. У нас почти что с вами новый ранг. Надо найти джангл Обби. А это не я, не его ли я проходил, слушайте, нечаянно. Там, где я вам на видео как раз показывал, где я еще залажал. Так, сюда. В любом случае, мы сейчас пойдем еще с вами открывать сундуки. Он, точнее, яйца. Думаю, все окей. Атлантида. Тут тоже ничего, тут тоже ничего. Так, подождите, здесь мы можем забрать энчанты халявные. Забираем обязательно. Тут поэтому надо все пробегать, все проверять. Тут ничего интересного нету. Джангл Обби вот есть. Но, честно, я пока что не хочу. А, тут мы ничего не можем. Потому что мы сейчас просто яйца-то ведь будем открывать. И с яйцами мы очень много заработаем. Так, тут магниты. Но магниты нам тоже не сильно... Не шибко-то уши нужны. Фрукты. Покупаем все фрукты. Вкусно. Хорошо, апгрейд поушен. Ладно, нам не надо. Так, тут ничего. Тут что-то, да. Тут сюда, нам не сюда. Вот это лучшая озвучка, лучшее описание. Слушайте, эпическая. Офигеть. Нам отсюда выпала эпическая книга. Я почему-то думал, что здесь самая простенькая может только выпасть. Так, нам хватает на еще 2 яйца. То есть у нас будет по 8 яиц уже выходить сразу же при покупке. И это, ну, это ускорит нам покупку, проверку всего. Это здорово. Я не помню, по-моему, в обычном подсимуляторе тоже не было такого, такой функции. Но она при этом очень удобная. Ты можешь сразу же все юзать по многу. И теперь как раз будем открывать. Блин, надо было, наверное, новую территорию открыть. Ладно, давайте сначала откроем. Что-то я убежал, блин. А у нас так много накопилось. Так, сюда. Чтобы сразу же новых пэтов мы могли открыть. А вот новую, вот эту прям пока, наверное, не надо. Тут есть что-то интересное. Ну, только вот это разве что. 5x монет звучит хорошо. Сколько у нас тут будет? Ну, ладно, нормально. О, еще. Ладно, еще эту откроем. И теперь уж точно на спавн. Сейчас будем крутить, открывать. Смотреть, что у нас здесь выйдет. Хотя вот я не знаю, правильно ли я делаю или нет. Ну, в любом случае посмотрим. Так, за 8. 2-4, не так уж и много. Сразу же горилла. Куча горилл. Блин, вот сейчас вот реально куча. Тогда была еще не куча, я бы так бы сказал. Кока. А нам бы лучше что-то там за 1%, который. Я сейчас ведь много закручу. Много прокручу. Я надеюсь, что нам хоть парочку-то выпадет. Офигеть, горилл. Я понимаю, у них тут шанс 83%. О! Рина, это носорог, по-моему. Все, у нас есть хотя бы один носорог. Но мне вот тут вот прикалывает, что, смотрите, у носорога, ну, он прям редкий, он реально редкий. Но разница в уроне прям, ну, не сказать, что большая. Ну, не, на самом деле есть. Ну, типа, нормально, ладно. Хорошо, все, все нормально. Еще прокручу. Пойдем их делать золотыми и будем дальше сражаться. А еще, кстати, я выполнил задание. Сейчас ранг поднимем. Давайте. Билет.
Ура! Поздравляю вас! Поздравляю себя! Новый ранг! Теперь мы что делаем с вами? Large gift bag. Что он нам дал? Я не очень заметил. Rainbow fruit. All of the fruit in one. Stacks. Я чуть не очень понял. Но у нас самое главное, открылась новая штучка. Поэтому давайте-ка проверим, что мы тут бы хотели. У нас есть целых три книги на сильных животных. Блин, может быть, есть смысл, кстати, потом именно ее повысить, вкачать. А так, давайте-ка пока я просто на алмазы вкачаю, потому что, ну, алмазы это прям надо. Это реально очень полезно. Сейчас давайте дальше крутить. Я просто думал, вдруг у нас будет задание. Именно... О, еще один носорог. Красиво. Очень красиво, я с вами согласен. Так. И потом это мы все... Это что? Это что? Шайни горилла? Подождите, а это что-то редкое? Что такое шайни горилла? Блестя. Блестя. У меня впервые выпало что-то шайни. О, еще один носорог. Конечно, жалко, что именно горилла выпала шайни, а не какая-нибудь другая. Потому что там ведь редкость была побольше, наверное, урона было побольше. Но в любом случае, как бы, я очень рад. Офигеть. Потом напишите, пожалуйста, в комментариях, как, ну, если вы знаете, шайни это что-то хорошее или же нет. Если нет, то ладно, я все понимаю. Так. Куоки, очень много куок. Опять, ну горел, правда, у нас еще больше, сейчас я их как золотыми сделаю. Офиге, опять круто, несколько носорогов у нас есть, значит, все не зря. 4 целых носорога, сейчас посмотрим, пойдем делать тут из них золотых. А потом можем, кстати, их еще объединить. Правда, тут вот минус в том, что так много локаций, не все поймешь, не все запомнишь, что куда и где. Так, вот у нас несколько золотых таких теперь есть. И давайте горилл делать, у нас их дофига. И больше. А шайни у меня сохранилась? А, вот она, фух, шайни осталось. У меня вот другие вот заменились. И носороги, они теперь слабее этих всех. Окей, понял. Поэтому побежим дальше. Сейчас, наверное, фьюз хочу сделать. Надо бы вспомнить, где он. К счастью, вот реально с ховербордами намного комфортнее играть. Быстро все это делается. Удобно путешествуется. Застрял. А, так вот прям фьюз. Окей, почти на последней локации для нас. Давайте, например, его отдадим. А что, его можем отдать? То есть мы, если несколько, да, можем, видимо, отдать. А, вот так вот, да? То есть вот выбираем. Потому что что мне вот с этими делать? У нас их реально так дофига. Шайни, если честно, не хочу отдавать. А вот самых обычных у нас, правда, уж очень много накопилось. Сюда, сюда. И выпадет какая-нибудь фигня, да, наверное, за пару монет. Ну, точнее, не за пару монет, а с небольшим количеством урона. Мне-то надо, чтобы что-то прям хорошее было. Ну, что-то я, конечно, да, жару дал. Всех их отдавать. Ну, у нас их, правда, ну, типа, очень много. Куда нам все это девать? А вдруг? А вдруг это тоже зря, на самом деле, всем этим занимаюсь. Тем более, шайни у нас тут больше никого нет. Видите, вот реально, сколько я крутил. И шайни мне только сейчас вот с вами вот выпал. На самом деле круто. Я очень рад. Так, сюда, сюда. Прям почти всех отдаю. Не, ну да, прям много. А базовый кролик мы только одного, видимо, можем отдать. А, понял. А я перестарался, да что ж такое-то? Как? Да пипец, я не заметил. Ту мэни пэтс. А сколько ни мэни будет? Да жесть. Навыбирался. Во, все, давайте. Ну, фигня, короче. Блин, так долго делать ради такого. Жалко, если честно, очень жалко. У нас целых 4 задания теперь. Разбить 3 мини-сундука. Теперь 3 энчант. Надо дойти или как сделать?
Что надо сделать? У нас тут вот есть тир-3-энчант. Мы что, так вот поставим? Не, не считается. Не считается. Так, использовать второго тира 2 зелья. А второго... А, второго тира это вот. Ну то вообще спокойно используем. А, это третьего, блин, третьего надо. Что-то я глупанул. Давайте алмазные, что у нас? А. Я не понял. А почему этого три? А это один? А это три? Я не понимаю, это очень сложно. Все, я, короче, куча зелий заюзал. Хотя бы одно задание мы с вами выполнили. Гифты, алмазы. Все, это теперь с нами. Используют три флага. Жесть. Что у нас тут выпало? Надеюсь, что-нибудь интересное. И что, алмазный такой? Заюзаем флаг. Че бы нет? У нас теперь очень много этих фруктов. А зачем они нужны? Целых 4. Fruits is one. Я один съел. Что он дает? А, типа, он просто все фрукты в одном. И круто, и сразу же нам выпал... О, да пипец. Как-то быстро мы его слишком уничтожили. Зато у нас 12 тысяч алмазов. Ну, это за ранг, да? По-моему, это за ранг нам выдали. Так бы просто у нас их не было. Так, теперь, видимо, долго мы все это будем уже сражаться, открывать. Я бы хотел еще открыть новую локацию, но я тут завязал флаг алмазный, поэтому что-то уже даже... О! А что это такое? Что это за подгоны? Я не понял. Ну это человек какой-то использует, оно же само так просто не падает. Ну, или падает, но типа с маленьким шансом, но не может быть, что так быстро. И вот несколько раз, смотрите, кстати, мы уже пробили ему 45 миллионов урона, значит мы реально очень хорошо... Продвигаемся, очень хорошо развиваемся. У нас тут еще детский сад закончился. Очень даже хорошо. Поэтому будем уже смотреть и, наверное, скоро заканчивать видео, потому что оно уже долгое. Так. 45 миллионов. Надо еще кликать. Это же тоже помогает хоть как-нибудь. Правда, не очень хочется. Ну да. Ладно. Так, прям быстро, кстати. Смотрите, как уже наносим урон. У нас и поушены, у нас тут зельки лютые. Поэтому... Это ясное дело. Алмазов, а чё? Алмазов пожадничали нам. У нас тут так флаг, у нас тут зельки на алмазы лютые. Блин, зря я этот флаг использовал, мне так жалко. Алмазный флаг просто потратил. Ну ладно, бывает. Так, чё у нас тут? Новые локации. Мне интересно узнать. Ничего себе, чел чилит. Чё это такое? Что это такое? Что это? Я не вижу. Скорость питомца. Ладно, давайте вкачаем. Она недорогая. А это у нас что? А, нифига. Нам подняться. Нам бы подняться. Ну, куда меня это завертело? Давайте зайдем. Проверим, что у нас тут. Что у нас тут возможно? А, тут просто копать? А, это тоже, смотрите... Тоже как рыбалка, да, как я понимаю? А тут просто зажимать. Ну, слушайте, это даже более медитативно, если честно, чем рыбалка. Мне это побольше нравится. Тут ты просто так училишь. А как вылезти потом? Есть где-нибудь это подмостки? За 2000 улучшенная лопата. Так вообще изи, слушайте. Прям без каких-либо проблем. Чилишь. Тебе спокойно. Ломаешь. А, перейти наверх. Тут вот есть кнопка. Удобно. 2000 монет, мне кажется, заработать без проблем. Просто зажимаешь. А, тут еще надо рядом стоять. Ладно. Окей, понял. Принял. 7 монет. Ну ладно. Где-то больше, где-то меньше дают. Это удача. А вот если... О! А, я подумал, что под нами слой вырос. Как глубоко тут можно вскопать? Опа, что это? О, сундук, еще сундук. Нифига. Слушайте, да вообще легко. Еще и алмазы тут можно получить. Тогда прикольно. Ну сейчас 2000 я накоплю, я хочу просто купить новую лопату, посмотреть, что она у нас себя представляет. Да я все, я шахтер прирожденный. Не зря в детстве в призон играл в Майнкрафте. Просто там два сундука, так хоба-хоба. Это нам прям помогло. О, это уже более дальний слой. За него дают примерно столько же.
Но с нашей лопатой, как бы, пока что нет смысла. О, это хороший сундук? Нормальный. Хорошо, хорошо. Сюда. Что, у нас теперь улучшенная, да? Насколько она будет эффективнее? Прям нормально, кстати, чувствуется. Очень даже чувствуется. Так что тут прям, ну вот реально можно чилить. И что здесь можно получить еще? О! Тут есть шанс ведь кого-то там редкого, да, получить, питомца. Ну, это, конечно, там, наверное, шанс прям ультра маленький, но все же. И подарки. Ну, точнее, как подарки, сундуки. Опа! Нифига сундуков! Это нормально. Пошла жара. А вот это вот что? А, по 2... А, нет, не 2000. Ладно, я подумал, что из них по 2000 дают. О, о. Блин, я думал, что эти сундуки — это такая редкость. Их тут что-то так дофига. Думаю, ладно уж. Все, все, я нашел себе новое призвание. Зачем мне нужен подсимулятор, когда есть такой режим? Мне в разы побольше, чем рыбалка, нравится. Вот такое именно вот залипательное. Ты просто чилишь, играешь. Все, и кайф. А куда мы там вниз еще можем продвинуться? Сколько тут еще слоев нас ждет? Еще сундук. Этот более редкий, как я понимаю. А, или же нет? Ну, за него нормально дают. Вот уже 5000. О, другой слой. Смотрите, вот это вот прям долгий уже. Мне так вроде с него больше приходит. Но нам пока не до него. Сколько у нас еще лопата будет стоить? 12000. Мы уже почти половину накопили. Вообще имба. Вообще без каких-либо проблем можно. О! О! Нормально! Вот это нам надо. А мы еще что-то выполнили. Так, собрать 8 книг. Нам остается использовать 3 флага. Ну окей. Со временем все это у нас будет обязательно. Пока что мы тут с вами. Все, колба какую заюзали. Человек какой-нибудь, пошли помогать нам. Надо ее открывать срочно. Отвечаю, очень надо. Тут даже надо бы какой-нибудь хороший такой. Давайте на... А, тут уже есть флаг? Какой? А, это я его поставил, нет? На фортуну вот так вот возьмем. И сейчас будем лутаться люто. Ну, 2500, блин, это жестко. Это очень долго. У нас, можно сказать, только 1/10 выполнена. Так что я даже вот не знаю, можем ли мы его открыть на видео. Вне этого видео я, наверное, добью. Вот на видео это уже будет слишком долго. Так, пока что только 30 еще завершили. Даже если мы будем взрывать, то это правда долго будет. Поэтому что я нам предлагаю? Сейчас немного позарабатывать, где-то до 100 серебряных монет. Потом пойдем на спавн крутить яйца наши игровые. И потом будем, наверное, завершать на этом видео. Потому что мы сделали и так очень много на самом деле. После ребитха такого добились, это очень круто. Вот что ты смотришь на этот? Давай, помогай. Мне нужна помощь, мне реально нужна помощь. Мы должны тащить. Я один, эту копилку не осилил. Но если осилил, но только за более долгое время. Что это у нас? Возрождение. А, вот за возрождение это дается. Дима, здравствуй, здравствуй, привет. Ничего себе, мне всегда так приятно, когда так пишут с уважением. Давай, я попрыгаю. Я не пишу в чат, потому что не могу. Это слишком будет громко. Это немного отвлекает. Что у нас тут есть? Шанс на огромный... Ага, круто. Блин, прикольно. То есть это, видимо, просто ты копаешься из какого-то сундука, может кто-то крутой выпасть. Это очень здорово. Так, тут больше нет никаких прям денежных. Мы уже, правда, 94 монеты серебряных получили. Поэтому скоро пойдем крутить. Так, 98. И алмазы постепенно идут, что очень здорово. Так, 100 монет есть. Вот давай я с ним стану. Нифига, у него пэты крутые. Он что-то пишет. Сейчас я проверю пока это. Что он пишет? ну что он так прям с уважением-то пишет? Мне, конечно, мне очень приятно, но просто это меня как-то очень сильно смущает. Я читаю чат.
Я чат как раз таки читаю. Ой, X25 монет, нифига. Все, все, короче, пошлите. Пока тут совсем не завис. Так, что я хочу? Я хочу сюда. Тут у нас сначала, во-первых, забрать дополнительные алмазы. И вот здесь вот купить парочку дополнительных животных, чтобы с нами бегало. Плюс 3 питомца, на самом деле, это сильно. Плюс 3 питомца, это очень даже хорошо. Так, у нас тут вот открылось новое яйцо. Вот, будем крутить. Крутить. Сейчас ховерборд сниму. Так, что нам тут надо? Все нам надо. Всего и побольше. А, носороги. То есть вот эти, которые здесь были шансом 2%, здесь их дофига. Реально? Это меня удивляет. Если честно, я думал, что это немного не так. Армадилла. 15% шанс. Офигеть. Так, значит, тут редкий, наверное, прям по урону должен... О, еще шайни. Офигеть. Второй шайни. 300 урон. Это хорошо. Можно мне побольше шайни? Мне нравится. Не, можно мне еще какой-нибудь более редкого, если честно? Мне это еще будет больше нравиться. Кенгуру. Красиво. Очень красиво. О, еще кенгуру. Вообще красиво. Какой у него урон? Ну, 2800, кстати, немного, если честно. Прям разницы большой не чувствую. Вот если за 1% выпадет, вот там будет круто. Надеюсь, нам кенгуру так выпадет, что мы его сможем сделать золотым. Это прям будет вообще для нас идеально. Так. Очень много носорогов. Блин. О, гиена великолепная. Что за фигня? Где великолепная гиена? Я не понял. Она всего лишь на 50 урона побольше. Я разочарован, если честно. Я-то думал, что тут прям вообще будет навал. Навал урона. Очень большой. А на деле-то что-то нет. На деле-то что-то вообще не так. Так, сюда. Дальше идем. Ну, кенгуру нам, кстати, прям много падает, несмотря на то, что тут шанс 2%. Я надеюсь, что под конец мы реально хотя бы одну кенгуру сделаем золотой. Ну, этих единорогов, носорогов. Прям реально дофига. Так, сколько у нас тут остается серебряных жетонов? Красиво, 43. Ну, вот крутим. О, еще кенгуру. Кайф. Мне вообще, мне нравится. Типа из-за того, что мы крутим сразу же по 8... Я правильно делаю, что я вкачиваю, потом обязательно дальше их буду вкачивать, чтобы мы больше так вот зарабатывали. Но для этого надо прям много алмазов. Поэтому будем лутать именно сейчас на алмазы. Так, 25. Хватит, носороги. У вас уже слишком много. О, тут кенгуру, это надо. Ну еще гиена выпадет, хоть ради приличия. Теперь вообще только они. Ну и ладно. Да пипец, опять. Сюда. О, гиена. Великолепно. Уже неплохо. Так, все, хватит нам такого чуда. Нам бы еще на одну хватило, ну, ладно. 9, блин, а вот 9 хватит на одного? Блин. Давайте тогда до сих пор это еще все-таки одну прокрутим. Проверим. Может выпадет? О, выпало кенгуру. Вот так и надо, вот так вот и надо играть. Да точно, нам сейчас, наверное, мы должны сделать золотой ее. Опа. Кенгуру. Сколько у него? 3500. 3500 вот это уже неплохое такие усиления. Сейчас вот их сделаем. 3 штуки, 3300 тоже неплохо. Сейчас носорогов еще сделаем золотыми. 227 у нас их. Так. То есть реально мы усилились. Если у нас до этого было по 2900, сейчас уже по 3300 у каждого. С учетом того, что у нас их 21. А 21 каждый вот так вот дамажит по 300. Это, ну, значит, в среднем прям сильно увеличилось по урону. Так, 21 на 300. 600. 630 урона.
Ну, 6300 даже в нашем случае, наверное. Опа. Экстрима нет. Ну и все, получается. Я сейчас себя тут поставлю АФКшить. А так, на этом, наверное, будем уже заканчивать данное видео. Оно было очень длинным. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Смотрите, у меня орда какая. Они так смотрят. Они очень добрые, если честно. А так, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!